В Петрозаводске завершилась первая половина фестиваля профессиональных музыкантов и меломанов «Карелия Music Geeks». В этом году его разделили на две части – рок-музыка и электронная. В первые два дня организаторы познакомили зрителей со студийной техникой, электрогитарами, комбоусилителями и акустическими барабанами. Не обошлось и без мастер-классов. Ну, сыграл и сыграл, да? А второй? Далее, да? Вот, отличается же звук? Конечно. Да, вот примерно то же самое, примерно так же отличается середнячок от реальной звезды. Геннадий Мартов, гитарист таких известных музыкальных коллективов, как «Лейся Песня», «Ронда» и «Земляне». 14 лет он занимался музыкальным оформлением эфира на одной из радиостанций. Как бы это тяжело не было для меня любимого, для себя, для души, для самого, все равно рано или поздно с этим приходится, ну вот с этой то есть разбитной ситуацией прощаться. С 2019 года Геннадий работает продюсером и продвигает молодые панк-группы. Сюда он приехал с мастер-классом для юных музыкантов по просьбе друзей из Петрозаводска. Вторая часть «Карелия Music Geeks» пройдет 27 и 28 марта также в Центре ремесел «Петровский».